ты скоро? Ах, твоя кошечка уже бежит. Мур-мур-мур. Ни хрена себе, кошечка, блин, да ты размером с автобус, блин. А ты ничего такой в жизни. Может быть, закажешь что-нибудь себе? Ох, нет, нет. Я на диете. Заметно. Ну, если только твое мороженое. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Твою мать, а! Привет, мои кисуи! И сегодня с вами я, красивая, не очень. Как вы видите, в меня опять стреляли. Сегодня я расскажу вам два способа, как сделать лицо гладким и красиво, без всяких какашулек. В обоих случаях нам понадобится маска Fresh Face. Итог, гладкая и чистая кожа. Это мне только что мама стреляла, это не считается. Fresh Face! Просто добавь воды! Я сейчас не могу говорить, я вообще-то в ресторане. Да. Можно мне, пожалуйста, еще омаров? Наггетсы принеси. Несули, не ковыряйтесь в носуле! Все, готов? Кисули, и с вами снова я, красивая, не очень. Сегодня я расскажу вам, что должно быть в лакшери сумочке у лакшери бьюти кисули. Конечно же, маленькая-маленькая дорожная косметичка. Нужно иметь с собой крем. Увлажняющий крем, увлажняющий. Всегда должна быть с собой помадка. Пудра. Голову иногда мы мыть не любим. А чистой-то она должна быть. Поэтому припудрили. И не только голову мыть не любим. Я просто сейчас на белковой диете сижу, поэтому все свое ношу с собой, так скажем. Так, это у меня здесь еще было самое главное. Вот кисули. Вы знаете, на самом деле, женская сумочка... Это очень хорошая вещь. Ну и, конечно же, головной убор. Как говорила моя бабушка, если в сумочку не входит две бутылки вина, значит, это не сумочка, а говно. Покупайте правильную сумочку. Это откуда? Миринда, Миринда! Это, наверное, в подарок.
Здравствуйте, мои хорошие. Мы вот с этим Ашотиком расстались в итоге. И я хочу себе найти нового красавчика. Первый интеллигентный, второй настоящий мужчина, а третий иностранец. Алло, привет, красавчик. Кто это? Твоя будущая жена. А, жена, да, жена, привет. Связь очень плохая, что говоришь? Жена, иди сюда, тут у нас коровы есть, свинья есть. Свинья? В трусах у тебя свинья! Алло, здравствуйте, это Корюн? Алло, да, здравствуйте, это я. Вай, мамаджан. Здравствуйте, это вы, да, по нику Эдуард? Да. Вы тоже, да, на русском нехорошо разговариваете? Чуть-чуть понимать по-русски. И скажите, ваш по-настоящему имя какой? Галстян Самвел Владикович. А, иностранец, еск! Сулик, сами слова я, красивая, не очень. На дворе 21 век. И уже вот эти вот зубы Тимати вообще не модные. Зубы должны быть белыми и сиять как новый унитаз. Вот такой лакшери порошочек, подарок, с которым идет вот такая лакшери щеточка. Способ применения. Смочите зубную щетку. Я зубы попрямся вам в химии не более 5 минут. А это тоже не Тимати придумал. Даже бриллиантик отбелился. В общем, кисули, пойду я это все умою и вернусь. Кисули, не используйте, пожалуйста, это нигде, кроме зубов. А золото я делаю. Здравствуйте, мои хорошие. Мы с Ашотиком, с этим ушлепком неблагодарным, приехали отдыхать на море. Он смотрит на вот этих больших, которые вот это бамболейло делают. Поэтому я позвонила Сирануш, и мы с ней обсудили и решили, что мне нужно сделать сиськи. Но это Сирануш, мои золотые, такая завистливая коза, что она мне сказала: ты потом на свои большие размеры не найдешь красивый брюстгальтер. Ну, я уже нашла. Осталось только, мои хорошие, определиться с размером. Красивый я купила уже. Ашотик очень любит вот эти яркие цвета. Все мои золотые. Вы понимаете, что это победа? А я думаю, как они так фотографируются, что подбородок второй не видно. Вот в чем секрет. Ашотик очень будет доволен и размером, и мной, и красотой. Мы кися.
мои America Luxury Friends, подружайки, отправили мне новый бьюти-советик. Этот макияж я назвала... Волнушка. И этот макияж нужен тем, кто еще ни разу не был на море и не видел морских волн. Берем свои продукты Must Have и начинаем рисовать волны везде и повсюду. Где-то в сторонке плачет маленькая Анжелина. Angry Birds в лице девочки. Волна, волна. Отсюда волна, волна. Это что, тучи? А тучи как люди. Тучи, тучи. Плохая погода, хорошая погода. Must have, must have. Мне кажется, мне можно какие-то уже обряды проводить. Главное, я кисуль, чтобы сейчас не пришла моя мазер и не сказала бы, какого must have она вообще ты здесь делаешь.